18 апреля глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями администрации района и поселений профильных служб. Как отметил Олег Хромов, весенняя работа по очистке территории от мусора вступает в завершающую стадию. 23 апреля состоится общий областной субботник под девизом «Чистый двор, чистая совесть». Задача всех руководителей – максимально мобилизовать на это мероприятие своих сотрудников и принять в нем самое активное участие. Три участка региональных дорог Ленинского района будут отремонтированы в этом году. Два участка вошли в программу по предложениям общественной палаты. Еще один участок был включен в перечень по обращениям жителей. Дорожники приступят к ремонту в мае и завершат в сентябре. В порядок приведут участок дороги Горки Ленинские – Чурилково – реабилитационный центр детства, а также два участка дороги М5 «Урал» – поселок Володарское – Каширское шоссе. В селе Булатниково Ленинского района полицейские изъяли свыше 2,5 граммов героина у жителя Владимирской области, сообщил представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». С 23 по 24 апреля в детской школе искусств города Видный состоится второй тур районного фестиваля конкурса эстрадной песни «Эдельвейс-2016» и заключительный гала-концерт. В эти дни на сценической площадке выступят 29 солистов и 5 ансамблей, 9 инструментальных групп и коллективов из разных поселений Ленинского района. Приглашаются все желающие. Начало в 13 часов.